Дымит мой паровоз, дымит. Как работает мой котел на тырсе? Вообще на тырсе он работает лучше, чем на всем остальном. Я открыл крышку, никакого дыма. Вот здесь уже лежит тырса. Он бросил поленцы туда. Я сейчас, ну где-то, видите, третий не хватает. Я сейчас дозагружу сюда тырсу. И видите, никакого дыма вообще нет. При этом горение происходит. И горение сейчас происходит пиролизных газов в камере. Не в этой камере, где лежит тырса, а в соседней камере. Сейчас мы заглянем внутрь. Значит, заслоночку уберу, и мы видим, как там. Только послушайте, как гудит и тлеет, горит. Но горит оно не здесь, оно горит в соседней камере. Сейчас мы заглянем в эту соседнюю камеру. Значит, туда есть специальное окошечко. А, вообще приятно смотреть, никакого дыма. Вообще. Так, пока прикроем это дело. Опа. Вот здесь у нас есть специальное окошечко, которое мы можем открыть таким брусочком и заглянуть, как горят форсунки. Вот там вот, в этой камере, видно, уже есть чуть-чуть налет, нагар. Вот там в этой камере происходит горение пиролизных газов. Потому что котел у нас пиролизный. О, кажется, настроилась резкость. Да, уже пора его и почистить. Кстати, в следующем видео я сниму вам и покажу, как я буду чистить этот котел.